Вы можете в сторонку туда встать, вот, чтобы не мешать пока? Видели, как произошло? Да, видел. Расскажите. Кому? Сколько заплатит? Для информации. Вы видели, как произошло? Мы ехали в той газели, которая его зацепила. Я как раз проехал. Так а кто виноват? Да я думаю, что они. Потому что они со второстепенной выскочили. Они что? А, с второстепенной дороги вас не пропустили, да? Ну, вроде как с мигалками. Сирену, видать, перед перекрестком включили. Так это было вот на этой дороге или на Маяковского? Мы ехали на Маяковского. Так мы это что, они столько прокатились, что ли? Ну, он там уж перевернулся, прокатился, ударил бампером Ниву и развернул его назад. Ничего себе. А ваша-то машина пострадала серьезно? Нет, там пару раз били до бампера. Все цены не происшествия. На этом? Да, сегодня да. Но пострадавших нет, у них-то там нет. Все хорошо. Три трупа сегодня, три пешехода. Да.